Театральный сезон еще не начался, а в стенах Даугавпилсского государственного театра продолжают рождаться новые проекты. Один из них – это театральный «Сентябрь», который придет на смену музыкальному «Августу». А его заключительным аккордом станет авангардный фестиваль театрального искусства, который назначен на 14 и 15 сентября. Авангардный, потому что используются нетрадиционные подходы к созданию перформанса. Нетрадиционные, скажем, для театра со своей площадкой, сценой и так далее. Что-то нетрадиционного, то, что используются помещения, как будто бы не приспособлены для того, чтобы там показывать спектакль. И в этом и есть цель этого фестиваля. Такая творческая экспансия, что ли, попытка преобразовать. Это вообще во многих случаях является, наверное, сверхзадачей искусства преобразовать существующий мир. Местом действа станет жемчужина нашего города – великолепная Даугавпилсская крепость, в частности, здание госпиталя. Именно его заброшенные, требующие капитального ремонта помещения были выбраны для создания 5 мини-спектаклей. В рамках этого фестиваля планируется, что 5 творческих групп, в которые входят режиссер, сценограф и автор пьесы, создадут в конкретном нежилом заброшенном помещении крепости свой спектакль. Автор придумает, что здесь могло бы произойти. Сценограф придумает, как это помещение оживить настолько, чтобы оно было приспособлено для такого перформанса. Режиссер поставит с актерами нашего театра там краткометражный спектакль. Но театральный «Сентябрь» – это не только фестиваль. На протяжении 2 недель будут работать актерские мастерские, проходить семинары и самые разнообразные встречи с драматургами, сценографами, режиссерами, актерами и гостями фестиваля. Будем надеяться, что фестиваль получит в Даугавпилсе постоянную прописку и год от года будет расширять свои границы, а также открывать все новые и новые таланты. А город ему в этом поможет. Все, что мы в последнее время делаем, мы думаем об имидже нашего города. И уже я с радостью и гордостью готов сказать, что и город, нам это очень приятно, говоря о театре, тоже понимает и знает, что это одно из лиц нашего многоликого Даугавпилса. Осталось добавить, что театральный «Сентябрь» станет своего рода прелюдией нового театрального сезона в Даугавпилсе, который, хочется верить, будет ярким и богатым на творческие открытия.